Ребят, всем привет! Вы на канале Мишпрообзор, и сегодня у нас подошли свечи, нужно поменять. Citroen C4 2014 года. Взял оригинал, говорят, хорошо ходят, лучше, чем BMW-шные. Понадобится звездочка, переходничок. Вот такой ключик у меня есть. На 14 свечной купил специальный, магнитный. Вот. Будем менять первый раз. Здорово. Эх, Citroen. Везде звездочки. У меня до этого был простой набор, а теперь ничего не подходит. Так, сейчас отверточку возьму. Опа. Все, сняли крышку. Здесь что у нас? Берем, открываем флажочек. Хоп. Раз. Хоп. Два. Хоп. Три. Хоп. Четыре. Достаем катушку. Опа. Все, вот катушечку сняли. О, колодцы большие. Вот. Сейчас отверточку другую возьму. Свечной ключ, тоже звездочка, необычный. У меня и простой есть свечной ключ, но он не подходит, пришлось покупать. 400 рублей. Вот достали, вот такие вот они, уже грязненькие. Вон ЖК стоят. Сейчас посмотрим. Какие тут у меня. Платинум какая-то написано. Все так же на место. Чпок. Все, свечка держится. Вот он. Вроде все сухо. Не пускаем. Закручиваем. Кто-то скажет, надо динамометрический ключ, но у меня его нету. Закручу от руки, сильно не надо. Чуть-чуть притянули, и все. Ставим на место катушечку. Оп. В разъем вставляем. Защелкнем. А, наверное, ниже рядом. И так последовательность. Колодцы сухие, все нормально. Вот
Где вот это снимать? Не надо, ничего не трогать. Иди играть сюда. Пап, мне там... Я очень почему-то... Очень колесо. Колесо, наверное, сдулось. Ладно. Спасибо. Иди. Эта машина все будет ехать, слышишь? Иди во двор, солнышко. Ну все, и по очередности. Печки старые выкидывать не буду. Оставлю. Вдруг что, езжу далеко. Понадобится еще. Берем вторую свечу, вставляем. Все, отлично подходит. Машину брал в августе, вот решил поменять свечи, потому что до этого, я не знаю, когда там менял предыдущий хозяин, но он мне сказал, что ставил БМВшные сюда, БМВшные плохие. Говорит, оригинал самое то. Ну, взял оригинал, не знаю, как походит. Ну, так вот. Все, дальше берем. Опа. Ребят, напишите в комментариях, кто какие свечки ставит на Citroen. Просто интересно услышать. Кто-то говорит иридиевые, кто-то какие-то еще ставят, типа супер-пупер. Ну, не знаю. Свечку почистить можно еще, в принципе. И если что-то так вот в дороге, можно будет их поставить. Занимает немало места. Все, что в моих возможностях, что я могу поменять, меняю в основном сам. Стараюсь. Опять же, узнать машину. Вот. Конечно, в техничку я так сильно не лезу. Но вот еще сейчас надо поменять колодки. Буду тоже, постараюсь снять видео по колодке. Ой, я же не выкрутил. Забыл. Ладно. Свечки выкручиваются нормально, не тяжело. Еще такой вопрос, ребят, у кого поджирает масло на ЕП6 двигателя? Как вы с ним боретесь? С этой бедой. Сейчас сколько читал на форумах, говорят, что это болезнь этого движка, что он хавает масло. Конечно, немного, но все равно поджирает. Какое масло льете еще? Двигатель. Рекомендован, конечно, Total. Вот, но я лью другое. Лил Total, мне не понравилось. Вот так. Так, ну и все. Ставим на место, все это дело защелкиваем, отверточку и закручиваем все на место в обратной
последовательности. Вот я пока с вами болтаю, я поменял свечи. Здесь ничего сложного нету. Справится даже ребенок, так сказать. Ну вот и все. Вот прошло буквально 5 минут, и мы уже поменяли свечи. Вот такой вот, вот двигатель. Все так вот. Ага, даже 10 минут прошло. Вот, 10 минут и уже поменял свечи. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь. Буду держать вас в курсе.